Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy M34. И сейчас я покажу вам, как заблокировать какой-либо номер. Итак, для этого мы открываем приложение «Телефон». И далее нажимаем на три точки в правом верхнем углу и выбираем «Настройки». Здесь мы выбираем «Блокировка номеров». Далее мы можем ввести номер, который хотим заблокировать. И нажимаем на плюсик. И таким образом мы можем заблокировать любой номер. Также мы можем заблокировать какой-либо контакт или последние номера. И неизвестные номера тоже. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.